Меня зовут Вася Вакуленко, мне 37 лет, я из Ростова-на-Дону, живу сейчас в Москве. Я начал парить 2,5-3 года назад. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Мое знакомство с вейп-культурой произошло благодаря Саше Смокимо. Первые мои приобретения и железа, и жидкости были в великом магазине «Бабилон», и там как бы я заматерел. Вот. Перечень железа, которого я использовал, он бесконечен, потому что это как оружейная палата, которую я бережно собирал, потом раздаривал. У меня дома до сих пор хранится безумное количество всевозможных гаджетов. Ну, основные гаджеты представлены не здесь. Это большой красный гроб с очумелой башенкой. Удивительный, замечательный, комфортный и для употребления, и для использования, не требующий особого напряжения. Просто мощно, точно и вкусно. Вот. Вторая штучка. Это такой пластилин, да, черный кубик, также на дрипочке. Удивительный, замечательный. Можно подзаряжать его. И очень удобно для людей с маленькими ручками. Вот, если у вас маленькая ручка, кисточка маленькая, вам будет удобно. То есть, если вы кружите по городу где-то с киской, вы можете вдвоем с ней, так сказать, использовать равноценно черный пластилин с зеленым бубенчиком. Мой самый любимый на данном моменте, в данный момент гаджет, это, конечно, большой фломастер. У меня именной, я очень горжусь этим. Этим больше даже гордится мой американский товарищ, который мне его привез. Вот он, так сказать, большой, брутальный, мощный, широкий. Можно использовать даже как холодное оружие в какие-то трудные моменты, которые случаются, когда ты оказываешься в среде курильщиков табака, и которые неприемлемы, в принципе, вейп-движение. Приходится как бы вот иногда использовать. Можно незаметно даже имитировать дуло пистолета, да, вот так, когда ты едешь где-то, да, показываешь и говоришь, что проходи. Вот. В дупло сюда закидывается батарюшка, да, и как бы происходит употребление. Жидкости, которым я верен был всегда и продолжаю, с первого дня я употреблял, так сказать, пешки. Это Custom Luna, конечно, это такой брутальный вкус, который ни с чем невозможно спутать, и отказаться от него после его употребления невозможно. Ну, вообще, в принципе, вся линейка пешек – это удивительная, благородная, так сказать, поэзия, как я говорю, для филологического нациста, который стоит за камерой. Вот. Также я здесь, ну, есть вопрос product placement, ну, правда, жидкость, которая мне нравится, это жидкость Нагана Лакшери, удивительного музыканта, тонкого человека, большого поэта, антиглобалиста, натуралиста и любителя изящных вкусов. Это вот Нагана Лакшери. Ну, по одной только этикетке понятно, насколько, с какой любовью, правильным настроением создавалась эта жидкость. Вот жидкость также Нагана Калифорния. Очень такая панковская, панковская бумажка, все наляписто, все как-то нелепо, но вот в этом вкусе, об этом вкусе. И самый шлягер – это лайма и ягоды. Это секретная жидкость, вот много о ней сейчас споров происходит, прямо в этой комнате происходило. Здесь лайма и ягоды, вот. Вот. Как бы вот, вот здесь не хватает еще одного флакона, это я говорил о нем, это Пикассо, Кашемир. Гениальнейший вкус. Гениальнейший вкус. Просто всем рекомендую. И несколько еще вкусов анархистов, вот я вот вспомнил. Поэтому как бы, ну я могу обойтись на самом деле этим Лакшери и Custom Longer. Я так могу двигаться, ну, денек продвигаться. В принципе, ну, 0,5-0,1, в принципе, стандартная намотка и комфортно очень для употребления. Крепость только троечка.
никаких ни шестерок, ни нулек, только троечка. Вот, прям идеально для меня. С вами специально для Yola Cloud был Вася Вакуленко, любитель попарить хорошо, да, попариться и еще кого-нибудь запарить. Используйте в своем вейп-пути, если так можно сказать, качественное железо, хорошие жидкости и просто получайте удовольствие, не слушайте никого, не напрягайтесь и, главное, людей не напрягайте. Выдыхайте. Пора бы выпустить пар, ребята. Всех обнял Вася Вакуленко. Такая большая девчушка. На самом деле, очень хороший вкус. Романтика банановой долины еще называют этот вкус. Тяжелое шоколадное печенье. Или бросок в стену.